Еще 2,7 миллиарда рублей выделит правительство на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Такое распоряжение подписал премьер Мишустин. Из них более 37 миллионов получит Красноярский край. Речь о лекарствах для тех, кто проходит лечение на дому. Ранее на эти же цели страна получила более 10 миллиардов рублей. Медикаменты начали выдавать людям с подтвержденным COVID-19. Теперь же премьер поручил подготовить предложение о модернизации инфекционной службы. Правительство также готовит программу по масштабному переоснащению поликлиник, на что в планах направить почти 500 миллионов рублей.